сингшсим брагингемис, я симбайсим брагингемис, а падем брагингемис, семинемис, семинемис, а? Без гитин гилет держу ку, так мутер, эй так мутер, кум на кисеку, так мутер, кинда ути, эй сам так мутер, кузуман кита пал, кузуман мутер. Жоқ қасиетімді көш пенділер, сөнбейміз дәу жылды сөшкенді, сенің дәрі жиын тұр өкшедеге, ал қыз шындарымна көші бірде, беш жоқ аспанда. Старым дарю гнасмда, ай нула полкуда, иру дежира я гастнда, блем блем кусумбаря, брахил гел кусумая, тирбен сосунар бер, на бисит озвалабес, я сингшс брагингемис, я симбайс брагингемис, а падем брагингемис, симбингемис, симбингемис. Участники группы говорят: «Мы похожи на корейских певцов, мы ведь азиаты. Мы часто бывали за границей и можем сказать, что иностранцы не различают казахов, корейцев, японцев друг от друга. Для них мы все азиаты. Сегодня Азия вносит огромный вклад в развитие мирового шоу-бизнеса. Благодаря этому азиатское лицо, азиатская музыка стали трендами. Мы хотим представлять Казахстан как азиатскую страну, хотим вывести нашу шоу-индустрию на мировой уровень. Ради этого мы изучаем корейский шоу-бизнес и привносим его элементы в нашу группу». Участники группы 91 считают, что их слова к песням имеют более глубокий смысл, чем в песне кей-поп-индустрии. Они сами являются авторами своих песен. Их музыка более убедительная, их образ – это посыл, это крик обществу о том, что молодое поколение хочет перемен. Слоганом «Перемен» ребята в своих песнях поднимают социальные проблемы общества. Песня «Мьенемес» – это протест социальному расслоению общества. В ней говорится: «Какой бы ты ни был, умный, красивый, ты не я». Как будто тот, кто говорит «ты не я», принадлежит титульному богатому слою казахстанского общества. Дает задуматься молодежи о том, что какие бы ни были успехи, они все равно не достигнут тех привилегий, которыми обладает богатая верхушка общества. Особенно привлекает внимание бэкграунд клипа, где мы видим большой портрет известных алашардинцев за национально-освободительное движение Казахстана. Национальная атрибутика, юрта, камча. Все это резко диссонирует слова «ты не я». Да, ты лучший, но не самый. Да, ты богатый, но не самый. Красивый, но не самый. Ты не я, ты не я. Да, ты лучший, но не самый. Через Q-pop Ербулат Бедельхан хочет развить популярность изучения казахского языка в мире. Как в свое время это было сделано K-pop-индустрией с развитием и популяризацией корейского языка. Только вдумайтесь, корейский бойс-бенд BTS привносит в экономику своей страны 4,6 миллиарда долларов США в год. И эта цифра продолжает расти. В 2017 году группа стала причиной визита каждого 13-го туриста.
Сегодня сложно игнорировать или не воспринимать всерьез индустрию корейской поп-музыки. Продюсеры группы Ербулату Бедильхану во время разных интервью часто задают один и тот же вопрос. Почему все же не перейти на другие языки, как русский и английский, для популяризации группы? Ведь это просто сделать. На что Ербулат Бедильхан отвечает: «Конечно, можно. Но мы стоим на принципе роста популярности нашей группы 91 через казахский язык. А еще потому, что считаем, что авторское право песен должно оставаться за нашей страной. То есть мы придерживаемся принципа зарабатывания денег в нашей стране, кью-попом, от А до Я, через создание песен отечественными авторами, аранжировкой, хореографией, созданием клипов, выпуском клипов нашими отечественными специалистами. И тогда доход от видеопродукции 91 будет нашим, Made in Kazakhstan». И как раз вот Батырға вы напомнили, я помню, откуда у меня вообще появилась идея вообще Корея. Это он подсказал мне. 87-й год, говорит. Я с ним 3 часа сидел, разговаривал. В 87-м году, говорит, правительство Кореи приняло решение развивать вообще шоу-бизнес. То есть это было решение правительства? Правительство, да. Это Батырға мне говорит. И говорит, по всему миру отправляли музыкантов, продюсеров, там, да, директоров обучаться там, по всему миру. Это правительское решение было. Правительство так решили. И он мне так мне все это объяснял, что я прям аж, ну, это было нереальное время, нереально как бы, это просто гениальный человек, который мы никогда не сможем до конца понять его. И, ну, да. Его место, конечно. Да. Оно. И оттуда у меня вообще идея, вообще Корея, вот тогда вот как-то вот остался. И когда группа Big Bang, вот, которая сейчас в этом году MTV Music Awards вообще по всему миру, номер один, как boys band считается, они получили. И я увидел Big Bang и сразу вспомнил слова Батырға. И я вот тогда вообще начал обращать внимание вот на корейцев. Но, видите, я очень хочу, чтобы у нас все-таки было как бы... Вернулись то, что мы потеряли. Вот то, что, что мы потеряли? Вот смотрите, понятие фирмачей, понятие высокой музыки, авторства, да, уникальной продукции, да, контента. Вот мы это потеряли. Все СМИ, да, и журналисты говорят, что у нас очень много артистов. Я говорю, назовите, пожалуйста, неужели их так много? К сожалению, их нету практически. Необходимо просто вернуться к тому времени. Ну вот, хочу чуть-чуть похвастаться. Разрешите? Давай, давай. Первый сингл 91, Айптама, 120 стран посмотрели. Да, я вот да. Слышал тоже. 57 стран видеореакцию сделали. У нас есть крупнейших 2 фандома. Первый в Москве, самый крупный, и второй в Стамбуле. Что такое фандом? Фандом – это, ну, фанаты. Это фанаты, где встречаются, где один сайт. И свой. То есть сайт, они, да, прям где-то собираются? Да. Они слушай, нам вообще... флешмоб, видео. Допустим, вот у Эйзи день рождения был. Эйзи – это у нас Азамат, рэпер один. Вот. Москвичи, а нет, украинка, украинцы, вернее, тоже фандом есть у нас. Они на казахском поздравления. А, видео. Слушай, супер. Да. Ну, это очень приятно, понимаете? Ну, конечно, это кайф. Да. И это причем очень хороший результат. Да. Потому что действительно мы же должны пропагандировать. Это вот самый лучший вариант. А теперь давайте перейдем к творчеству Димаша. В последнее время мы видим реакцию некоторых блогеров на концерты Димаша. И они не всегда положительные. Кому-то не нравится репертуар, кто-то считает, что можно было бы петь Димашу больше песен на русском и английском языках. Дорогие блогеры, здесь работают простые законы рынка. Песня «Hello» Димашем была исполнена один раз в Китае на конкурсе, где он участвовал как гость. Она впечатлила нас всех и получила прекрасные отклики как от телезрителей, так и от экспертов-музыкантов. Но песня «Hello» имеет авторское право, которым прежде всего обладает автор песни Лайонел Ричи. А Димаш лишь получает симпатию своих поклонников. Димаш постоянно пополняет свой репертуар песнями на казахском языке. Во-первых, потому что хочет поддержать отечественного казахстанского музыкального товаропроизводителя. Во-вторых, просто потому что и самому нужно подзаработать. Ведь организация концертов, зарплата музыкантам и другие расходы – это материальный вопрос. И серьезный материальный вопрос.
А еще потому, что музыкальные произведения Димаша, которые исполняются на казахском языке, глубоки по своему содержанию, раскрывают всю сущность и культуру казахского народа. Творчество Димаша дает возможность к познанию и интересу зарубежных фанатов к изучению казахских языка и обычаев. Вернемся к группе 91 и его продюсеру Ербулату Бедельхану. В прошлом видео я говорила, что бездушная машина K-pop не дает саморазвитию молодых талантливых певцов Южной Кореи. K-pop – это машина зарабатывания денег. Как же обстоят дела с нашим отечественным Q-pop? Есть ли разница между одним и тем же стилем, но в двух разных странах? Да, оказывается, есть и большая разница. Ербулат Бедельхан, продюсер группы 91, трепетно относится к своим подопечным. Делает все возможное, чтобы развивать творчество участников группы 91, тем самым развивая новые веяния шоу-бизнеса в Казахстане, Q-pop-индустрии. Постоянно инициируются поездки своих подопечных за границу, для того, чтобы они могли стажироваться и набираться опыта у азиатских коллег. Ведь K-pop зародился в Южной Корее. А что делает основатель Q-pop направления Ербулат Бедельхан для дальнейшего закрепления и процветания этой индустрии в Казахстане? Для развития творческой молодежи организуются Q-pop-фестивали на основе специально созданной ассоциации Q-pop. С самого начала Q-pop-индустрия в Казахстане имела системный характер. Вначале это было сотрудничество с Humap Contents, международным агентством, занимающимся управлением артистами в Корее. В результате переговоров в 2014 году специалисты компании приехали в Казахстан и в течение 9 месяцев проводили лекции для команды Ербулата Бедельхана. Они объясняли всю схему своей работы, включая маркетинг, менеджмент, контент, видео, аудио и их применение, вспоминает продюсер. Это обошлось в 240 тысяч долларов. По признанию собеседника, это были собственные накопления Ербулата Бедельхана. В чем еще состоит системность шоу-бизнеса Ербулата Бедельхана? Она основана на взаимном равноправном участии всех членов большой команды, от костюмера до продюсера. Вот что он говорит о видении собственных перспектив в будущем в Q-pop-индустрии. Основная задача ассоциации – создание направления в музыке для казахстанской молодежи. В течение последних 30 лет был спрос на той музыку, поэтому все писали соответствующие песни, а другое искусство было не востребованным. Поэтому наша молодежь приучилась потреблять зарубежный контент. Мы хотим создавать конкурентоспособную современную музыку для молодых людей, чтобы у Q-pop была своя идентификация. То индустрия задерживает нас в развитии, из-за этого страна сильно отстает от мировых тенденций в музыке. Конечно, бизнес Q-pop индустрии поднять нелегко, где все построено на фан-митингах, фан-сайтах и мерчах. На фанатские встречи также продаются билеты. Там можно купить альбомы и другие вещи, поставить на них автограф у кумиров. Одна из характерных черт группы 91 является то, что группа всегда поет только вживую, она не приемлет фонограмм. Прорывы и успех казахстанской группы 91 хорошо знает не только южнокорейский зритель после победы этой группы на одном из престижных конкурсов K-pop в Южной Корее, но и западный зритель. Смотрим, типа, он номер один в iTunes в Польше. Мини-месс. Потом через некоторое время альбом «Дофамин» номер один в iTunes в Польше. Потом через некоторое время «Харанг Жарык» альбом в Польше номер один. И, короче... Мы такие думаем, что там где-то 10 человек сидят на iTunes. Наверное, типа, и короче, там... Вместе сидят и такие делятся. Да. И да. И они, в общем, прям туда ушли. И потом, в итоге, в Алмату пришла девушка с Польши. Я забыл, как ее зовут. Sorry. И мы у нее спросили насчет Польши. Типа, вот, мы, короче, увидели iTunes, там все дела. Вы что, реально там? И она говорит, что нас там много. Типа, приезжайте, говорит, короче. Да, если вы там в топе, то прям нужно задуматься, почему бы не поехать. Вот. Мы поначалу думали, то, что, наверное, пользователей iTunes там мало. И из-за этого, наверное, те, кто, короче, знает нас, начали, типа, ну... Именно если казахстанцы, да. А на самом деле оказалось то, что пользователей там много, и реально... Просто слушают, нравится. Да. И еще мы думали, что там же много наших учится.
как бы в Польше, поэтому мы думали, что может быть наши там скачивают, что-то слушают, и мы у нее спрашиваем, то есть это как прикол бы... в том, что наши бы как бы типа, наверное, потом дальше не искали бы дофамин. Да, то есть да, а потом у нее спрашиваем, то есть в плане местные жители Польши слушают нас, она говорит, да, говорит, нас много, говорит. Хотелось бы несколько слов сказать об одном из участников, который в этом году покинул группу 91, Азамате Зинкаеве. Азамат Зинкаев родился в 1993 году на западе Казахстана в местности Балакши и считался лидером коллектива 91. Музыкального образования он не получал. Фанаты бойс-бенда настолько расстроены, что под последними публикациями участников группы оставляют комментарии с сожалениями и даже придумали для этого новый хэштег «Спасибо, Ас». Даже поверхностный взгляд музыкальных видео показывает, что Азамат был вдохновением этой группы. С самого начала творчества этой группы с песней «Айптама» видно, что в группе его образ был необычным, неординарным, неповторимым. Несмотря на то, что один из участников покинул группу, работа в группе 91 за 5 лет укрепила взаимоотношения между участниками группы. Они хотят в дальнейшем совершенствоваться, чтобы стать не менее известными, чем BTS. Ведь они уже столько сделали для становления и развития нового направления в Казахстане – Q-pop-индустрии. С год вы проводите с собой профилактику и задаете себе вопрос. Чувак, о чем ты мечтаешь? Да. О чем вы мечтаете? Воу. На самом деле хотим топовые позиции в мировых чартах. Хотим получать премии мирового уровня, признания именно в музыкальном плане, в плане как артисты и вообще... В общем, Грэмми, в целом, творчество. Да, конкретно, наше. Грэмми, Билборд. Ну, ведь же получилось, почему? Да, ну, я думаю, что у вас так же. То же самое. Да. Но главное, надо, чтобы хорошая поддержка, наверное, была, финансовая. Да. Это очень все важно. Верно. Честно, вот каждый день работая, у нас мысли только об этом. То есть в плане... По Грэмми? Нет, в плане, чем выше надо. Насколько есть, ну, да, нас хватит, настолько и отдаться, и все сделать. И вот это и нас ведет. Это как бы мечта такая. Теперь давайте поговорим о видео «Бесаме Мучо» на нашем канале, которое исполняют Алибек Днишев и Димаш. После просмотра этого видео нашими зрителями мы получили множество откликов, прежде всего от наших латиноамериканских поклонников, которые считают, что если в репертуаре Димаша появится хотя бы одна песня на испанском языке, то Димаш получит миллионы дополнительных фанатов, и его репертуар заиграет более яркими красками. Спасибо, дорогие фанаты, за ваши комментарии. Мы тоже очень хотим, чтобы у Димаша появились новые песни на испанском языке. Но для исполнения песни на испанском языке нужно найти и попросить хороших автора песен и композитора предложить написать для Димаша новую песню с учетом всех голосовых нюансов нашего непревзойденного певца Димаша Кудайбергена. В конце нашего видео еще раз бы хотелось поблагодарить вас, дорогие зрители, и добавить следующее. Не успели мы загрузить предыдущее видео с небольшой информацией об Иманбеке, как сразу получили от наших зрителей замечательную новость. Иманбек номинирован на Грэмми. Радует, что Иманбек в интервью с Иваном Ургантом уверен, что он обязательно победит. Если сам автор ремикса так уверенно заявляет об этом, то нам только нужно радоваться за это, потому что даже поверхностное прослушивание одного за другим музыки номинантов на Грэмми дает нам картину того, что мы действительно можем быть спокойными. Грэмми обеспечен Иманбеку, что мы и желаем ему. Молодец, Иманбек, так держать. Думаем, что следующее видео мы посвятим именно тебе. На этом все, дорогие зрители. Спасибо за просмотр нашего видео. Мы надеемся, нам удалось ответить на главный вопрос этого видео, почему 91 и Димаш в основном поют песни Made in Kazakhstan. Это мы узнаем по вашим лайкам и по вашим просмотрам. Многие зрители смотрят наше видео по несколько раз. Одни из них дороги вашему сердцу, другие требуют прослушивания еще и еще раз для анализа и более глубокого понимания новой для вас интересной информации. До новых встреч, друзья! До свидания! Жігіттер, қазір жаңа жылма не сонда? Бір ауыз сөзім маған айтқан сенің орындамай қалған кездер болмаған жеттеді төзім еркелетіп келдім сені құшағында Мама
сыйлығын тәсін мейдің мәлі. Бетпесе кеде бұйырма, сәне жетпейне бұйырмады. Не қалайтыныңды, қалмайтыныңда. Талай қылдың, бірақ таппадың көбініңді. Алайда қымбат заттарын көбініңді қанаға тамбағандықтан. Тоймай, бойнай, қоймай, шаршайды мені. Сенің мінезің ұнайды, бірақ сұраныстан ойыма сымайды. Ау, жарайды, тек сені үшін бүгін үзіме құсап. Сән бақытыңа ұқсат құлаға сөзіме. Сонам, мать.